неделе Самаре ожидается морозная. Днем сегодня около 13 градусов ниже нуля, но уже предстоящей ночью ожидается до 19, а завтра и вовсе до 21 градуса мороза. На фоне понижения температуры снижается и вероятность осадков, но местами сегодня все еще можно. Точно так. Поздравляю ее с дочкой с наступающим Новым годом. Хочу пожелать им крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. Григорий, извините. У нас зеленый горит, и почему она едет? Нормально. Ух ты, блядь. Ой, ёлы-палы.
что, надо подъехать? Ох ты, блядь! Ёбаный урод! Сука, всё-таки ёбнул! Заело. Да не, не думаю. Дура. Придурок. We'll be right back.
самостоятельно. You are.